Стартовал первый турнир нового хоккейного сезона – открытый чемпионат Челябинска, в котором принимает участие хоккейный клуб «Маяк Гранит». Коллектив полностью готов к турнирам, главный из которых – зимняя «Атомиада-2019». Хоккейный клуб «Маяк Гранит» расстался с Евгением Алабугиным, который в новом сезоне будет выступать за Чебаркуль. Новым капитаном команды стал Дмитрий Петрюк, который показывал в прошлом хоккейном сезоне игру самого высокого класса. В первой игре открытого чемпионата Челябинска хоккейный клуб «Маяк Гранит» принимал на искусственном льду арены «Айсберг» в Кременкуле вторую команду Уральского государственного университета физической культуры из Челябинска. Матч завершился со счетом 11-0 в пользу азерчан. В составе нашей команды хет-триком отметился Олег Приданников, а дублем Дмитрий Данилин. Костяк сохранился процентов на 90-95. Скажем, прошлогодние, это очень хорошо, но новые игроки мы брали, точечные игроки. Это Никита Васильев, Сергей Кривопустов, и вернулся Игорь Валеев, и два защитника, Кристиан Скалин и Никита Воинов. По вратарям взяли третьего вратаря у нас, Мыльникова Александра. Вот у нас как бы состав, в принципе, сбалансирован. Во втором матче чемпионата хоккейный клуб «Маяк Гранит» в «Айсберге» принимал челябинский «Центурион». Счет встречи 4-0 в пользу хоккейного клуба «Маяк Гранит». 3 ноября азерчане встречались в Челябинске с «Металлургом». Игра завершилась со счетом 12-0 в пользу хоккейного клуба «Маяк Гранит». Наша команда после трех туров набрала 9 очков и возглавила турнирную таблицу открытого чемпионата Челябинска. Будем работать в пятерке еще, так сказать, но друг друга, может, там небольшое недопонимание есть, но это, я думаю, быстро все исправится в течение там 3-2 игр. 12 ноября в Кременкуле азерчане будут принимать первую команду Уральского государственного университета физической культуры из Челябинска, а 19 ноября «Энергосталь-2» из Челябинска. Чемпионат Челябинской области стартует для хоккейного клуба «Маяк Гранит» 17 ноября матчем в Челябинске с командой «Метеор-Сигнал». В турнире будут участвовать 5 команд. Детско-юношеская спортивная школа, «Метеор-Сигнал» и «Политехник» из Челябинска, «Звезда Чебаркуль» и хоккейный клуб «Маяк Гранит» из Озерска. Дух команды хороший, дух на победу, команда нацелена. И команда нацелена на то, чтобы доставить удовольствие болельщикам. Я желаю успехов нашей команде. Эти успехи будут подвигать нас на наши успехи в производстве. В хоккейном сезоне 2018-2019 хоккейный клуб «Маяк Гранит» также примет участие в розыгрыше Кубка Челябинска и Челябинской области зимней «Атомиаде-2019». Команда получила персональное приглашение в Прагу на турнир «Кубок чемпионов», в котором примут участие сильнейшие любительские команды Европы, США и Канады. В планах Федерации хоккея Челябинской и Свердловской областей в конце сезона провести розыгрыши Кубка Урала, за который будут сражаться по два сильнейших хоккейных коллектива из двух субъектов Российской Федерации.